приветствую подписчиков и гостей моего канала. Я покажу вам один из самых моих любимых рецептов – баклажаны острые в кисло-сладком медовом соусе. На 2 средних баклажана возьмем 5-6 небольших зубчиков чеснока. В этом блюде, я считаю, с количеством чеснока мелочиться не надо. Вкус его очень важен. Также понадобится свежий имбирь. Чистим его. Имбирь придает этому блюду аромат и пикантный вкус. Такого кусочка вполне достаточно для сегодняшнего блюда, но а вы можете добавлять его меньше или больше на свой вкус. Берем стручок жгучего перца чили. В этот раз захотелось поострее сделать это угощение, но тем, кто не любит сильно острое, достаточно будет и половины стручка. Тщательно удаляем абсолютно ненужные семена. И тонко режем. Имбирь трем на мелкой терке. Зубчики чеснока нарезаем тонкими ломтиками. Мелко режем пучок зеленого лука. Баклажаны я предварительно не засыпаю солью, так как замечаю, что магазинные не горчат. Удаляем хвостики у баклажанов. Теперь нам нужно баклажаны нарезать брусочками. Баклажаны нарезаем брусочками, толщиной примерно с палец, тонко не надо.
разогретую сковороду наливаю побольше оливкового масла. Можно использовать любое другое растительное. Баклажаны требуют много масла в процессе обжаривания. Выкладываем брусочки и обжариваем до золотистого цвета. Постоянно помешиваем для равномерного цвета и чтобы не подгорало. Добавляем масло по мере необходимости. Баклажаны хорошо подрумянились, но остались упругими. Выкладываем в дуршлаг, чтобы лишнее масло стекло. Оно нам не нужно. Ну а теперь самое главное – это приготовление соуса. Столовую ложку меда. Можно вместо меда взять сахар. Заливаем 2 столовыми ложками соевого соуса. У меня этот соус оказался очень соленый, но это даже очень хорошо для этого блюда. Сюда же добавляем 1 столовую ложку яблочного уксуса. Кстати, я думаю, что яблочный уксус можно заменить, например, на рисовый нежный уксус или винный. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Очень интересно ваше мнение. И все размешиваем до полного растворения меда. Сковородку после баклажанов снова разогреваем. Добавляем чуть масла. И выкладываем наш тертый имбирь, нарезанный чесночок. Все помешиваем. И красный жгучий перец. Все это жарим, в течение минутки, не больше. Постоянно помешиваем. А теперь добавляем оставшийся зеленый лук. Обжариваем лук в течение минуты 2, не больше. Выкладываем баклажаны, перемешиваем . А сейчас кое-что интересное. Это секретный ингредиент. Это мелко-мелко намолотые сушеные белые грибы. Достаточно 1 чайной ложки без горки, и баклажаны станут еще мега ароматнее и вкуснее. Если грибов таких нет, то пропускаем пункт этого рецепта. Ничего страшного.
Обжариваем в течение 1-2 минут, постоянно помешивая. Заливаем соус. Этот соус придает необыкновенный восточный вкус. Соус обволакивает овощи, придает им оригинальный аппетитный вид. Даем соусу выпариться. На это уйдет буквально минуты 3-5. Постоянно помешиваем. Баклажаны очень вкусные и в теплом виде, но особенно, когда они постоят ночь в холодильнике. Я считаю, что это очень интересный, простой рецепт блюда для, например, праздничного стола. Любители баклажан оценят по достоинству. Спасибо, что смотрели мой канал. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч!